Настоящие головоломки любимы немногими. Речь идет не об играх в духе Тетрис, Колемс или Люминс, в которых куда больше важна реакция. Мы говорим о тех головоломках, где торопиться не принято, а принято думать. Но вот эта игра может привлечь внимание даже тех, кто к настоящим головоломкам совершенно равнодушен. С первого взгляда Краш и вовсе может напомнить платформер, ведь даже основная цель – добраться из точки А в точку Б. Но не все так просто, как кажется. Наш герой перемещается сразу в нескольких измерениях. Когда перейти из одного измерения в другое, решает сам игрок. Поначалу все очень просто. Повернули мир, перешли в двухмерное измерение. Затем перешли в трехмерное, повернули еще раз, и вот мы у цели. Но все так просто только на начальных уровнях. К четвертому десятку доберутся только самые усидчивые и внимательные. Еще одна интересная особенность Краш – сюжет. Можно было бы обойтись и без него, но мрачная история о парне, который потерял покой и сон, только подогревает интерес. Ведь игроку скармливают сюжет буквально по кусочкам. Осилили 4-5 эпизодов, получили продолжение невеселой истории. Кстати, вся стилистика Краш выполнена в довольно-таки мрачных тонах, и это еще одно достоинство. Дело в том, что художники постарались на славу, и игра в первую очередь цепляет даже невозможностью переходить из двухмерного пространства в трехмерное, а общей стилистикой. Да и актеры отлично справляются со своей работой. Голоса героев надолго врезаются в память. Если вы в свое время сделали ставку на PSP, Crash – один из немногих шансов доказать владельцам Nintendo DS, что для оригинального геймплея не обязательно прикручивать второй экран и размахивать стилусом.